В сфере здравоохранения один из основных – кадровый вопрос. В Анапе в течение года по программе «Земский доктор» пришли 29 молодых врачей. Это один из самых больших показателей в крае. Каждый сельский медик получил 1 000 000 рублей подъемных. Есть одно увольнение. Глава Анапы Сергей Сергеев поручает разобраться в причинах. В особой заботе государства нуждаются люди с ограниченными возможностями здоровья. Например, в помощи при трудоустройстве. До конца года в Анапе будет создано 20 специальных рабочих мест для инвалидов. При плановом показателе – 13. Хотел бы отметить и поблагодарить за положительную, качественную работу в этом направлении Анапу, Новороссийск, Илиск, Курганинск, Тимашевский, Тихорецкий районы. Они не только выполнили свои показатели, но и взяли дополнительные обязательства на себя. Еще один важный вопрос – дорожная карта по ликвидации актуальной очереди в детские сады и строительство новых школ. Людмила Мурашова докладывает Сергею Павловичу, что стратегия развития дошкольного и школьного образования дорабатывается и будет представлена ему в течение недели. И дает поручение начальнику управления образования включать все ресурсы для решения детского вопроса. На следующий год приоритет до 3-7 лет у нас остается. В пятницу я вас просила по дорожной карте детским садам и по школам дать мне полную картину. Уделить внимание некоммерческим детским садам. Вот это детский сад «Сказка». Значит, давайте все усилия, давайте я подключусь. Речь идет о помощи в получении лицензии на ведение образовательной деятельности. Такие частные детские сады впоследствии получат краевое финансирование. И, соответственно, уменьшится родительская плата.